Проверяем минеральную воду Шишкин лес. Будем проверять УВП и pH среды. В норме pH среды у нас 7,46. По стандартам ВОЗ УВП окислительно-восстановительный потенциал должен быть минус 70. Падает. Ой. Ой-ой. Так. А можно застрелиться? Так, Шишкин лес. 5,06. Застрелиться. 5,06. Очень плохая вода по кислотно-щелочному составу. Аж плохая. Пить нельзя. ОВП. Наш организм без того закислен всякими продуктами питания и плохой водой и состоянием здоровья. Поэтому пьем только хорошую воду. Как минимум, чтобы была больше семерки. Так, у нас ОВП. Поднимается. До этого пускала, сейчас поднимается. Ну, такой. Это может из-за газов просто это меняется показатель. Ну, все равно становится. Значит, по стандартам ВОЗ должно быть ОВП минус 70, то есть минусовые позиции. Но таких напитков нет практически нигде. Только если мы будем потом экспериментировать. С травами, мята, говорят, хорошо меняет ОВП. Потом иван-чай меняет ОВП в отрицательный баланс. Ну все, надо проверять. Так, ну колеблется в любом случае. Плюсовая позиция 180-185. Это плохо. Это плохая минеральная вода. Значит, pH у нас здесь 5,06, а ОВП у нас 5,76. Ой, нет, 178 в плюсе.